Всем доброго времени суток. Сегодня у нас на ремонте такой вот телефон Samsung на 2 сим-карты. Неисправность у него крайне простая. Вырвали с корнем microSD зарядку. Будем менять. Разберем. Достаем батарею. Динамики все остались на месте. Здесь у нас плата. А вот наш разъем, который нужно будет заменить. Для этого надо будет отключить все шлейфы от платы. Один винтик здесь вот еще выкрутить. И осторожненько извлекаем плату. Разъем здесь, конечно, довольно-таки специфический. Ну что ж, закрепили нашу плату держатели. Держатель, кстати, если кому интересно, самодельный. Основание из ламината, остальное там. Из того, что нашлось вот под рукой. Ну что ж, попытаемся сначала выпаять старый разъем, потом будем впаивать новый разъем. Также закрою остальные элементы скотчем, для того, чтобы они попутно не выпрямились. Флюс. Температуру паяльной станции ставлю 350 градусов. Сняли старый разъем. Теперь эти площадки снимем лишний припой с помощью паяльника. Ну и будем устанавливать новый разъем. Стандартного разъема у нас не нашлось, поэтому будем устанавливать нестандартный. Конечно же, по согласованию с клиентом, поэтому сейчас будем устанавливать. Так как разъем нестандартный, подготовлю дополнительные площадки на плате, для того, чтобы было более надежно крепить разъем. Также заложу сразу разъем. Теперь устанавливаю все в корпус,
прилаживаю разъем и изначально его немножко припаяю, для того, чтобы потом можно было более ровно его установить на платье. Так как он немножко меньше по размерам, но теперь он устанавливается на свое место, и далее я его буду пропаивать более надежно и распаяю все остальные выводы этого разъема. Вот что у меня в итоге получилось. Значит, перепаяли мы с такого широкого разъема самсунговского на стандартный 5-пиновый. Ну что ж, соберем частично телефон. Установим батарею. И проверим нашу зарядку. Так. Пошло потребление тока и зарядка телефона. Ну что ж, соберу полностью телефон и протестируем его. Несмотря на то, что порт не родной, стал он идеально, так что проверим его работоспособность. Ну что ж, пришло время проверить телефон после полной сборки. Подключаем зарядное. Идет нагрузка и идет зарядка телефона. Ну что ж, дадим ему немного зарядиться, а потом протестируем. Наш телефон уже зарядился на 17%. Можно попробовать его включить. В принципе, зарядка идет, сенсор работает, поэтому считаю замену разъема вполне удачный, бюджетный вариант. Всем спасибо, до свидания.